Вор в законе Арсен Ереванский устроил банкет для заключенных исправительной колонии номер 2 города Ливны Орловской области. Видео, снятое в учреждении, опубликовало издание «Орловские новости». Пир был приурочен к празднованию Пасхи, однако известно о нем стало только сейчас. С праздником от имени Арсена Ереванского и положенца Ромы Шамана поздравляли заключенных. Они скандировали «Жизнь ворам», на что им отвечали «Вечно». После торжественной речи заключенные направляются к столам, на которых уже стоят еда и напитки. После появления видеозаписи из колонии областная прокуратура начала проверку. В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований соблюдения уголовно-исправительного законодательства. В июне 2018 года стало известно об освобождении Арсена Ереванского из исправительной колонии в Кирове. Он досрочно покинул учреждение по состоянию здоровья. Врачи поставили ему смертельный диагноз. В октябре прошлого года в СМИ появилась фотография, на которой член банды Цапков, содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, жарит шашлыки и ест крабов.